После двух сыгранных матчей северо-восточная команда занимает первую позицию в квартете «Б». Gold Shark делит вторую и третью строчку. И для желто-черных, естественно, этот матч имеет принципиальное значение. Победа дома позволит сохранить шансы на борьбу за место в плей-офф. Поражение значительно осложнит турнирную судьбу «Акул». Главный арбитр сегодняшней встречи Павел Кулалаев вывел команды в центральный круг. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. И все готово к началу игры. Сейчас ждем стартового сигнала. После этого поговорим о стартовых составах. Ну и прежде всего должен сказать, что хозяева поля Gold Shark выступают в желто-черной форме своей обыкновенной. И Изумруд выбрал гостевой комплект черных расцветок. Такой уже зимний вариант, что называется. Итак, с хозяев начнем. В воротах у «Акул» Игорь Камоликов, номер один. Три защитника слева направо. Номер 35 Александр Клягин. Сейчас вот опасный момент был, такой удар практически от центральной линии по воротам Изумруда. И чуть-чуть вышедший с линии голкипер северо-восточной команды был вынужден на угловую рукой мяч переводить. Этот стандарт ничего не привел. Продолжаем о составах говорить. В центре обороны Gold Shark Андрей Тутуев, номер 5. Справа Кирилл Болдырев, номер 14. В центральной зоне Иван Симаков, номер 18. Слева в атаке Андрей Фандеев, номер 9. Справа Егор Васильев, номер 2. Ну и в нападении Дмитрий Бутов, 11 номер. Скорослый нападающий. В отсутствие Максима Бурова, пожалуй, безальтернативный вариант сейчас. Ну и скажу, что три футболиста заявлены в качестве запасных. У хозяев Вадим Палагин, номер 16, Роман Трофимкин, номер 7, и Дмитрий Татаев, номер 3. В принципе, у Gold Shark есть потери, но посмотрим, скажется ли это на игре. Сейчас Фандеев здорово приложился, опять Захару Батову пришлось вступать в игру. Ну и быстро давайте пробежимся по составу Изумруда. Быстро, потому что если вот это делать, называть футболистов в таком неспешном темпе, то может это все на матч растянуться. Изумруд 19 человек привез на эту игру. В стартовом составе следующие 8 оказались. Захар Батов в воротах, номер 30. Сейчас после этой контратаки, потому что Gold Shark буквально проваливается. Сейчас после розыгрыша углового, и Тутуев выручает свою команду, прерывает прострел с правого фланга. Очень опасно было. 3 в 1. Практически передача шла в направлении Михаила Шака. Изумруд зарабатывает угловой. Ждем, как гости его разыграют. Позиционная атака вроде бы отмечается. Ну что, сейчас дадут мне возможность в итоге назвать всех футболистов. Гости. Ну, опасности тут можно ожидать в любой момент. Все с ударом. И вот бьет Шакая. Фандеев голову подставляет. Атака Изумруда продолжается. Забрал штрафную. Опять Фандеев здорово отрабатывает. И сам устремляется в атаку. Хорошая передача. Васильев. Здесь 2 в 1. Теперь на острие атаки. Бутов бьет. И Захар Батов выручает свою команду. Вот так Бутов и Батов разыграли этот эпизод на радость зрителей. Батов действительно сыграл блестяще. Но и контратаку Gold Shark отметим. Здесь все своевременно было сделано. По-прежнему не могу представить стартовый состав Изумруда, потому что игра просто не позволяет, держит напряжение с первых минут. 4 уже сыграно, угловой, это момент, и опять выручает Батов. Ну а здесь же как Фандеев не попадает с добивания. И у тех, и у других ворот возникают угрозы. Очень, очень живо, очень бодро начали соперники.
Действительно, матч важный. Ну и для Голшарк в первую очередь все-таки. Розыгрыш. На левом фланге мяч. Подача. Еще один удар, еще один угловой. Но вот сейчас, пока угловой готовится, Иван Симаков отправляется его подать. Нет, он просто мяч подает партнеру. Итак, Захар Батов в воротах Изумруда. В обороне слева Ибрагим Ибрагимов, 77-й номер. В центре Александр Савин, 3-й. Справа Алексей Куценко, 2-й. В опорной зоне Алексей Стулин, 69-й. На флангах атаки Евгений Поймухин, 24-й. И Рамазан Гаджимурадов, 19-й. Впереди Михаил Шакая, номер 88. О запасных Изумруда будем говорить в тот момент, когда они будут появляться на поле. Я могу предположить, что целыми группами будут меняться игроки гостевой команды, потому что, еще раз повторюсь, 11 футболистов заявлены в качестве запасных, причем там есть два вратаря. Вот по вратарям тут вопрос особый. Изумруд периодически практикует варианты с заменой голкипера в перерыве, но все будет зависеть от хода матча. Захар Батов, пожалуй, сейчас основным является безоговорочно. Если результат будет позволять, возможно, мы других увидим футболистов в воротах северо-восточной команды. Но пока штрафной. Фандеев у мяча бьет слева, и пара рикошетов. Защитники справляются, мяч выбивают. Фандеев отдает на фланг и упускает его Васильев. Ну что ж, о положении в группе я сказал. Изумруд лидирует, одержав две победы. И, в принципе, хороший шанс имеет на продолжение борьбы в Кубке ЛФЛ, в плей-офф, поскольку есть у него и домашняя игра против Голшарк в запасе, и есть еще игра против Селтика 2, которая аутсайдером группы является. Но здесь еще в этом квартете присутствует футбольный клуб Иствуд. Я думаю, что для Голшарк это основной конкурент. С другой стороны, никто не запрещает обыграть Изумруд. И по первым минутам мы видим, что вполне это акулам по силам. Еще один угловой, по-моему, 4-й уже за 7 минут. На ближнюю штангу теперь подача. Фандеев по первым минутам просто лучший в составе акул. Везде успевает, и в обороне, и в атаке. Вот еще один момент. Васильев бьет, Батов выручает свою команду. Симаков на подборе. Мяч штрафной. И опять здесь короткая стеночка. Васильев. Изумруд сейчас растерян буквально. Теперь удар Симакова. Еще один гол. 1-0 Иван Симаков на 8-й минуте открывает счет. Блестящее начало. Голшарк очень мощный. Я практически все матчи в этом сезоне видел этой команды. Но вот такого мощного начала не припомню, и очевидно, что футболисты мотивированы и очень здорово настроены на борьбу. Но соперник весьма непростой, поэтому давайте пока воздерживаться от каких-либо прогнозов. Просто порадуемся тому, что счет открыт. Это, в принципе, может говорить о том, что увидим мы с вами достаточно результативный футбол. В общем-то, и те, и другие на атаку нацелены, и та, и другая команда в значительной степени, и ту, и другую команду в значительной степени можно назвать молодой. Изумруд за последнее время очень сильно обновил состав и омолодил его. И здесь вот Михаил Шакая, 25-летний, практически ветераном является на фоне других футболистов. Ну вот так навскидку: Евгений Поймухин, Иван Латышев, Рамазан Гаджимурадов, Алексей Стулин, Захар Батов тот же, Алексей Барсков. Это, в общем, все футболисты, возраст которых в диапазоне там, от 19 до 25 лет. И это при том, что достаточно долгое время Изумруд казался такой, знаете, опытной командой, да, как минимум. Но современные реалии в любительской футбольной лиге заставляют руководителей команды все время искать средства к усилению. И кадрово, конечно, в этом сезоне
Изумруд значительно сильнее смотрится. Ну, наверное, поэтому и является одной из четырех команд Северо-Восточной лиги в высшем дивизионе, которые не потерпели еще пока ни одного поражения. Кроме того, не только во внутренней лиге, но и вообще в сезоне, потому что «Изумруд» выиграл Суперкубок. Там в основное время матч против «Пивдома» была ничья, но затем в серии пенальти 86-е оказались сильнее. И две победы в Кубке ЛФЛ, соответственно, можно считать, что это близкий к идеалу старт сезона. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. «Изумруд» в чемпионатах Северо-Восток никогда не был такой доминирующей силой, но было бы странно, да, учитывая, что на Северо-Востоке практически лет 10 доминировал «Интер», и по большому счету можно было всегда там, на второе место рассчитывать, ну, начиная со второго вести борьбу. «Изумруд» дважды с бронзовыми медалями чемпионат заканчивал, в сезонах 14-15 и 11-12. Ну а так, 4-е, 5-е, 6-е, вот примерно такие места команда занимала. Но при этом «Изумруд», наверное, самая кубковая команда Северо-Востока. И в таких турнирах всегда выступает очень успешно. «Изумруд», собственно, и в этот розыгрыш второго по значимости общемосковского турнира попал как обладатель Кубка Северо-Восточной лиги. Причем выиграл этот трофей второй сезон подряд. Ну и получается, что в трех последних кубковых турнирах Северо-Востока, в двух кубках и в суперкубке, победителем выходил именно «Изумруд». И при этом в последние сезоны у команды несколько выходов в полуфинал. У команды есть, ну там четвертьфинальная стадия, это как минимум. В общем, действительно, по-настоящему кубковый боец «Изумруд». И даже, несмотря на то, что в кубке ЛФЛ не всегда так все здорово получается, завсегдатаем этого турнира «Изумруд» является. Вот можем посмотреть, за последние 6 лет команда 5 раз играла в Еврокубках. Трижды не удавалось «Изумруду» выйти из группы. Причем все время третье место «Изумруд» занимал. Удачно получилось в сезоне 11-12, тогда «Изумруд» из группы вышел, но в 1-8 проиграл ЦДК. Такой сезон, запоминающийся тем, что ЦДК потом с Невой играл в четвертьфинале, Нева вышла в полуфинал. Но, к сожалению, там у команды Валерия Нурова не получилось. Ну и еще одно пересечение, так скажем, с командами Северной лиги в Кубке ЛФЛ у «Изумруда» было. В сезоне 13-14 в одной группе с «Империей» «Изумруд» играл, тоже третье место занял. И этот групповой этап запомнился тем, что «Империя» закончила его на первом месте, но с отрицательной разницей, поскольку проиграла там, с разгромным счетом, по-моему, 12 или 15-0 в последнем матче. Там была сложная ситуация, насколько я помню, Вадима Сарцорова не собирался в состав, но нужно было сыграть для того, чтобы ну, просто техническое поражение и снятие очков не получить. «Империя» этот матч сыграла то ли в меньшинстве, то ли в равных составах, но включая своего наставника в качестве полевого игрока. И все равно заняла первое место в группе, которая обеспечила себе заранее. А затем выиграла турнир. То есть вот так бывает. И в Кубке ЛФЛ такие вот хитросплетения турнирные случаются. В прошлом сезоне «Изумруд» наконец-то блестяще провел вот эту предварительную стадию. 6 матчей в группе выиграл. С первого места вышел, естественно, сразу в 1-8 финала, минуя этот дополнительный раунд 1-16. Но в 1-8 неожиданно в сухую два раза уступил восточному РМА 0-5-0-2. И на этом
свое выступление закончил. Таким образом, дальше 1/8 Изумруд никогда не проходил. Но мне кажется, что вот этот сезон, в принципе, потенциально может стать самым успешным в этом отношении. У Изумруда сейчас действительно очень мощный состав. И тем приятнее, что на своем поле Gold Shark совершенно не тушуется, выглядит не слабее соперника. И в первой половине стартового тайма заметным преимуществом владеет, ведет в счете 1-0. Вот сейчас еще один момент. Тимаков отправляет второй мяч в сетку. Блестяще было сыграно. И опять там передача такая, скидка головой на полузащитника прошла. Вот Тимаков не нападающий, но является лучшим бомбардиром, лучшим игроком Gold Shark. Я знаю, что были у него предложения в межсезонье, но остался он в команде и сейчас важнейшую роль в ней играет. Я говорил, когда я представлял стартовый состав, об определенных потерях Акул. И прежде всего имел в виду отсутствие Даниил Горовых, он очень мне понравился по первым матчам, и в центре поля большой объем работы проделывал такой талантливый молодой футболист. Но получил травму, по словам Валерия Скоробогатого, к сожалению, какое-то время команде помочь не может. Так, сейчас Егор Васильев получает желтую карточку за срыв атаки. И у Gold Shark замена еще одна готовится. Еще одна, потому что уже на поле появился Роман Трофимкин по 7-м номером вместо Андрея Фандеева. А сейчас Васильев, получивший горчичник, уходит. И кто вместо него, и как изменится схема. Вот еще что интересно. Но после штрафного, который исполнит Михаил Шакая. Опасная, но мяч задевает стенку и уходит за пределы поля. Так, у Трофимкина 77-й номер, а не 7-й. Тут небольшая неточность была допущена, но это связано с тем, что и Gold Shark тоже на зимний комплект формы перешел. Сейчас уже прохладно, сегодня утром было 4 градуса в Москве. Я когда добирался на эту игру, мне вот на дисплее автомобиля высветилось предупреждение, что нужно быть аккуратнее. И могут даже возникать на отдельных участках дороги такие локальные участки с льдом. Ну, естественно, к середине дня все более-менее круги своя возвращается. Все-таки пока не зима, а осень, и чуть-чуть потеплело. Но, естественно, уже предпочитают длинный рукав футболисты. Все играют в спортивных штанах. В общем, поэтому тут по номерам периодически разночтения возникают. Но тот же Симаков, автор дубля в сегодняшней встрече, в летнем варианте формы играет под 16-м номером. Еще один фол на фланге. Симаков слишком резко пошел в отбор. И там досталось Гаджимурадову. И Симаков получает желтую карточку тоже. Но это, конечно, не самый лучший расклад. Симаков футболист не грубый. И вот в этой ситуации уж точно не требовалось фолить. Но все это обратная сторона такого хорошего настроя, желания дорабатывать каждый эпизод до конца. А здесь опасная игра, но для Дмитрия Бутова задрать ногу на вот эту высоту – это естественное действие. Очень высокий футболист. В общем-то, Gold Shark вообще высокорослая команда, вот особенно в отсутствии Горовых. Это заметно. Здесь, наверное, Кирилл Болдырев может быть ниже других, но и он, в общем, как минимум среднего роста, а может быть и вполне себе даже чуть выше среднего. Но вот есть Клягин, Симаков, Бутов, да, там
Тутуев, все это футболисты достаточно скорослые. И на втором этаже преимущество у Акул должно быть. Ну и еще, наверное, нужно сказать, я так косвенно уже упомянул, в принципе, Изумруд и Голдшарт чем-то похожи, и те, и другие делают ставку на молодых футболистов. Сейчас, может быть, в Изумруде вот в последних, при последних изменениях таких футболистов стало больше, но Голдшарт тоже на севере считается молодой командой, по крайней мере, из тех клубов, которые борются за попадание в первую восьмерку, может быть, и самый даже молодой. У нас как-то традиционно вот все топ-клубы укомплектованы футболистами опытными, мастеровитыми. Здесь больше шансов молодым. Раньше выделялась Нева, и в какой-то степени и сейчас эта команда достаточно молодая, но там и опыта футболистов хватает. А вот беда, она просто выпала из первой восьмерки, поэтому сейчас там тоже состав очень молодой, но мы пока не можем беду к топ-клубам относить, как прежде. Сейчас в стадии перестройки этот клуб находится. Поэтому Голдшарк вот на сегодняшний день является такой командой несколько особенный, несколько исключительный для Северной лиги, но футбол демонстрирует весьма неплохой. В этом чемпионате, кстати, старт сезона для Голдшарк не очень удачно вышел. Да, конечно, седьмое место промежуточное, 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения, но, вы знаете, можно было и на большее рассчитывать. Сейчас Голдшарку нужно вторую половину первого круга провести сильнее для того, чтобы в первую восьмерку попасть. Дальше все очки сгорят. Эта формула, ну, может быть, болельщикам Северной лиги не нужно напоминать. Но эта формула новая в нашем округе с этого сезона введена. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию, для представителей других округов, вот здесь дополнительно поясняю. Поэтому во что бы то ни стало, там, занимать первое место, второе там, или там, четвертое, совершенно это не нужно, не важно. Важно попасть вот в эту вот финальную пульку. Голдшарк пока с этой задачей справляется, но запаса нет. И если, может быть, команда рассчитывала, потому что так легко все сложится, и там в шестерку или в пятерку Голдшарк попадет, то на самом деле приходится бороться, приходится выдерживать конкуренцию со стороны топ-клубов. Да, сейчас «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, «Интер», «Гефест», «ЦДК», вот эти клубы, «Нева». Поэтому, естественно, пока сравнивать один в один Голдшарк с этими командами не получается. Все-таки Голдшарк немножечко этим клубом уступает. Но на пути, и вот сейчас очень неплохой первый тайм. 23-я минута начинается. И 2-0 Голдшарк ведет Кубки ЛФЛ. По большому счету, действительно опасных моментов у ворот Игоря Камоликова не было. Да, были дальние удары. Вот Михаил Шакая на ваших экранах. И он, в принципе, знаком всем любителям футбола на севере, потому что выступал здесь за «Империю» и за «Неву». Ну, у Шакая послужной список, будь здоров, к 25 годам он там в 5 или 6 топ-клубах уже успел поиграть. Немногие знают, но ведь он и какое-то время в «Пивдоме» был. Затем «Баку», а «Баку» — команда, которая выиграла бронзовые медали Северо-Восточной лиги. Ну вот сейчас «Изумруд», и Шакая, конечно, ударный форвард, один из лучших бомбардиров чемпионата Северо-Восточной лиги за последние несколько сезонов. Постоянно он в топе находится. И в этом году, наверное, тоже будет главным претендентом на вот это индивидуальное звание по итогам сезона. Но пока с ним справляются. Вот сейчас очень неплохо Дмитрий Татаев, он по 3-м номерам на поле вышел со скамейки запасных, просто у Шакая из-под ноги мяч выбил. Симаков, и там Трофимкин зарабатывает штрафной. Болдырев направо играет.
Здесь Клягин ошибается в простой передаче. Симаков его страхует. Ну и Клягин, видите, уже не слева, а справа оказался. Постоянной позиции, видимо, пока нет. Ну, такой, как у Симакова, например. Кто может претендовать на роль центрального полузащитника еще? Я говорил про Горовых, но пока он травмирован, пожалуй, вариантов нет. Да и, в принципе, при наличии Даниила Горовых Симаков все равно на поле, просто чуть повыше играет. Сейчас Изумруд на какое-то время перехватил инициативу. Атакует большими силами Куценко, капитан команды. Один из опытнейших футболистов Изумруда. Ну, а Уголшарк замена. Вот как раз Клягин отправляется на скамейку запасных. Васильев вместо него. И вот сейчас достаточно просто выносят на чужую половину. Я не скажу, что Голдшарк начинает играть по счету, потому что все-таки времени еще полно. Но все-таки уже чуть больше с оглядкой на свои тылы. Поплотнее на своей половине. Старается не позволять Изумруду проводить быстрые атаки. Аймухин будет бросать из-за боковой. Шакаем. И угловой. У Камоликов, естественно, делает вид, что не видел, от кого ушел мяч. Все это маленькие футбольные хитрости. Шакай разыгрывает. И бьет. Бьет в направлении Флотской улицы. Далеко за пределы стадиона. А там красиво. Листопад сразу. Но не опасно с футбольной точки зрения. Замены. Замены. Дмитрий Бутов отправляется отдыхать. Хороший отрезок. 26 минут. И Фандеев на позицию нападающего. Насколько я понимаю, так. Фандееву все же удобнее действовать из глубины. Он в последней игре за Голдшарк очень здорово сыгрался. PC. Два гола забил. Хорошим ударом с левой ноги обладает этот футболист. Спартаковский воспитанник. А тут, посмотрите, индивидуальный проход. И что? И нет нарушения. Кстати, отмечу по первому тайму работу Павла Кулалаева. Он вообще не заметен. И к нему нет претензий со стороны команд. Ну, вот в какой-то момент, когда, помните, было несколько жестких стыков и две желтые карточки у Голдшарк, такое возмущение определенно было, но не в адрес судьи скорее. Арбитр-то все четко очень отрабатывал, своевременно наказывал нарушивших правила. А потом вообще как-то растворился на поле. В хорошем смысле слова, для судьи это лестная характеристика. Играть командам Кулалаев не мешает. Направление Ишакая, длинная передача. И опять не точно. Андрей Тутуев прочитал ситуацию. Понял, что если мяч упадет на газон, то по скользкому полю скользнет и покинет его пределы. Ну, поэтому просто проконтролировал соперника. По мячу играть не стал. Фандеев на углу штрафной цепляется за передачу своего партнера. Вот этот пас все-таки авантюрный был. Да, если бы прошел, было бы красиво. И Болдырев там уже подключался. Но теперь придется в оборону бежать. Потому что под Шакая есть Паймухин. Но Шакая, смотрите, сам пытается за счет дриблинга освободиться. И штрафной зарабатывает. Но это максимум, наверное. Если бы чуть раньше отдал передачу, вполне возможно, что и вывел бы Паймухина на ударную позицию. Но штрафной прямо по центру, метров 20, наверное, до ворот. И для Шакая это, конечно, не дистанция.
нас сейчас пока стенку будет устанавливать Игорь Камоликов, пока Шакая будет готовить свой удар. Уже последняя минута первого тайма начнется. Ну что ж, смотрим. И попадает в голову Дмитрию Бутову. Да, здесь нужна будет пауза. Я думаю, никто бы не хотел оказаться на месте футболиста Голшарк в этой ситуации, потому что, ну, просто как камнем сейчас по голове его ударил Шакая. Но главное, что на команду сейчас сыграл 11-й номер Акул. Да, покидает он поле. Ну, может быть, даже легкий нокдаун. Но сейчас перерыв как нельзя кстати. Понятно, что Кулалаев там несколько секунд компенсирует Изумруду. Но эта атака, наверное, будет последней. На правом фланге мяч. Подача. Нет, здесь все очень четко сделано, сыграно. Васильев зарабатывает штрафной. Куценко фолит. Это правильный фол опытного футболиста. В центре поля подтолкнул. Здесь не тянет на желтую карточку. Здесь не было какого-то явного срыва атаки или какой-то грубости. Но зато этот фол позволил его партнерам занять правильные позиции. Ну что ж, дает свисток на перерыв главный арбитр сегодняшней встречи. 2-0. Голшарк обыгрывает Изумруд 86. Отдыхаем пару минут. Возвращаемся к началу второго тайма. Ну что ж, позади короткий перерыв. Возвращаемся в эфир, друзья. Второй тайм матча Голшарк-Изумруд сейчас начнется. Кубок ЛФЛ. Третий тур группового этапа. И после первой половины хозяева ведут 2-0 благодаря дублю Ивана Симакова. Сейчас желто-черные активно начинают. Опасно. Момент. Фандеев не успевает отбивание, но успевает. Успевает откинуть мяч Александру Клягину. Тот пробил. И в сетку с внешней стороны угодил. Очередной опасный момент. Но вот голом он не заканчивается. По первому тайму можно сказать, что Голшарк, конечно, поинтереснее смотрелся. Но у Изумруда есть еще время и есть возможность игру определенным образом изменить. Сейчас пробуем понять, по какой схеме будут действовать гости. Ну, прежде всего, Батов остался в воротах. У Изумруда 86, 3 голкипера в заявке на матч. Ну, Владимир Спиридонов даже не переодевался. Что касается Сергея Финенко, то вот, видимо, тренеры посчитали, что не нужно сейчас вратарей менять и таким образом определенный дисбаланс вносить в игру своей команды. По защитникам сейчас вижу, что Алексей Куценко на левом фланге оказался, у него номер 2 на футболке. В центре Александр Савин продолжает играть и Ибрагим Ибрагимов под 77-м номером справа. С чем связано, не понимаю. В первом тайме защитники действовали на противоположных флангах как раз. А здесь дальний удар Михаила Шакая достигает цели. С разворота пробил с приличной дистанции, но Камоликов почему-то не среагировал. В последний момент пытался ногой отбить. И мяч, ударившись о газон, ногу голкипера Голшарк перепрыгнул. Ну что ж, 33-я минута. Очень быстро в начале второго тайма Изумруд забивает. Ну и это хорошая заявка на камбэк, на активные действия. И в принципе, если Голшарк от своей игры откажется, может и проиграть по такому
матчу. Опять Шакая. Он уже в штрафной. Бьет мяч. Падает в Болдырева. По-моему, еще один рикошет. Вот сейчас контратака может получиться. Клягин устремляется по центру. Передача на Васильева. Ему приходится смещаться, потому что пас не очень сильный был. Ну и все. Контратаки не получится. Пока Симаков прибежал, пока Фандеев там открылся. Уже вернулись защитники Изумруда. Это фол, но можно игру продолжать. Здесь неплохо сыграно. Симаков мяч достает, прострел попадает в Савина. И Куценко просто по флангу мяч вперед закидывает. Шакаем перешел с позиции выдвинутого форварда в центр поля. Видите, сразу это принесло результат. Может быть, конечно, совпадением. Но впереди Шакая практически без мяча все время находился. Когда до него доходили передачи, попадал под такую плотную достаточно опеку. И несколько раз пытался, конечно, освободиться, но в целом не очень заметен был и, может быть, не в унисон с командой действовал. Но сейчас он играет в центре поля. Примерно с теми же функциями, что и Симаков у Голдшарк. Ну и, соответственно, помогают ему в атаке на флангах Евгений Поймухин. И Рамазан Гаджимурадов. Что касается форварда 86-х, то здесь под 28-м номером Иван Латышев появился. Еще один молодой футболист. Ну и замечу, что в принципе вот этим очень молодым составом продолжает Изумруд действовать большую часть матча. Некоторые футболисты на поле еще и не появлялись из вот этой огромной заявки. У Голдшарк Игорь Камоликов в воротах. В обороне Тутуев, Татаев и Болдырев. В центре поля Иван Симаков, Егор Васильев и Александр Клягин. И Андрей Фандеев сейчас впереди. В концовке первого тайма Дмитрий Бутов, находясь в стенке, принял очень мощный удар Михаила Шакая на себя и отправился на скамейку запасных. Фандеев пока играет нападающим. Но в центре поля, видите, взаимозаменяемый футболист Голдшарк. И неплохо комбинирует, когда мячом владеет. Сейчас штрафной. Заработал как раз Фандеев. Он хорошую игру проводит. Ну и кто будет бить? Симаков. Бьет Симаков. Ну, по центру и высоковато. Не думаю, что это было опасно. Но все-таки удар по воротам. Здесь срезка. И ошибка Александра Савина. Аут в пользу Голдшарк. Ну, я, возможно, не сильно ошибусь, если так спрогнозирую победу Иствуда над Селтиком 2 в одной из параллельных встреч сегодняшнего тура Кубка ЛФЛ. Поэтому, если все так и закончится удачно для представители Северной лиги, у трех команд в квартете Б будет по 6 очков после первого круга. Ну и, соответственно, во второй части предварительного этапа все начнется заново. Фандеев почти ушел сейчас от двух соперников, но тут Куценко в подкате нападающему соперника помешал. Шакаем направо играет. Ибрагимов, опять Шакая. С Латышевым обыгрывается Шакая в штрафной, но здесь уже места не хватило. Камоликов вовремя вышел и, в принципе, не думаю, что там Шакая мог бы пробить. Здесь фол, и фол в пользу хозяев. Опять Фандеев.
Заработал. Это штрафной. И исполнит его на этот раз Александр Клягин. Удар прямо по центру. Батов отбивает. Здесь пытается Изумруд выйти через пас, но это ошибка. И у Симакова момент очередной. Удар не точный. Подача. Здесь выносят защитники. Ну и Латышев играет просто в корпус. Это откровенное нарушение правил. Здесь к мячу не поспевал нападающий Изумруда. Вот я уж не знаю, чем вызвано такое бурное негодование. Действительно, в спину просто толкнул, не успев к этому мячу, не успев занять позицию. Подача. Еще один угловой Голдшард зарабатывает в первом тайме. Наверное, ну, штук 6, не меньше. Корнеров акулы подали. Подача. Здесь все пролетают мимо. И это желтая карточка. А желтая карточка, которая второй становится для Егора Васильева. Помешал он зачем-то. Сопернику и отправляется отдыхать. Для Голшарк тяжелый момент. Нужно 10 минут в меньшинстве теперь действовать. Напомню, что хозяева пока ведут в счете. Ну, Изумруда неплохая возможность численное преимущество реализовать. Причем это ведь не хоккей, да? И здесь его можно реализовать не один раз. Комбинируют гости. Правильно делают, что не торопятся. Потому что вот риск сыграть поспешно в этой ситуации, он, конечно, всегда существует. Это дальний удар. Не очень точный. И еще одно нарушение. В центре поля. Стандарты, конечно, при игре в меньшинстве это шанс для Голдшарк. Другое дело, что и время потянуть будет не лишним. Почти 2 минуты уже в меньшинстве отыграли. Симаков будет штрафной исполнять. Опасный удар рядом со штангой. Мяч проходит. Но это не гол. И Изумруд сразу пытается свою атаку начать. На правом фланге мяч. Удар. Ну, здесь даже, возможно, в расчете на подставление. Такой удар-передача.
но не проходит пока. Здесь нарушение. Все-таки в борьбе фолил там Симаков. Поэтому не угловой. А штрафной, наоборот, в пользу Изумруда. Куценко направо играет. Шакая. Растягивает оборону соперник футболиста Изумруда. В ближний угол удара, и счет становится ничейным. Ну что, Рамазан Гаджимурадов, по-моему, хлестко пробил с левой ноги и попал в ближний угол. Комоликов здесь, пожалуй, не выручил. Но и все-таки будем справедливы к голкиперу Акул. Сложный был для него момент. 45-я минута, и еще 5 минут. Изумруд 86 будет играть в большинстве. На правом фланге мяч. Подача. Это несложно. Симаков против Шакая. Тут победителем выходят футболисты Изумруда. Брагимов, Шакая. Шакая как последний защитник сейчас действует. Пока Куценко там в штрафной навязывает борьбу. Опасный удар. 88-го номера. И Камоликов подставляет руки угловой. Да, для акул, конечно, сейчас время тянется очень медленно. Ну и седьмой полевой игрок, в принципе, готов уже выйти. Только вот, когда он выйти сможет, вопрос, какой будет счет. Сейчас в центральной линии играет Клягин и Трофимкин, плюс Симаков. Но Симаков еще и вперед так периодически ходит, но он вот эти выносы как минимум. А здесь технический брак приводит к угловому. Захар Батов сейчас чуть-чуть помог сопернику. Ну и я думаю, что Бутов должен выйти через 3,5 минуты. Ну, сейчас Клягин, понятное дело, будет мяч устанавливать полминуты. Здесь Голшар, конечно, вынужден тянуть время всеми возможными способами. Ну, а если получится забить, например, вот как сейчас момент, и что там Батов коснулся мяча руками, слет убил Клягин, ну, или простреливал на партнера. И опасно, в принципе, получилось. Болдырев будет бросать из-за боковой. Успевают вернуться хозяева поля на свою половину, но Изумруд как бы здесь скорее позиционное нападение будет проводить. Куценко. Здесь мяч не поделили футболиста Изумруда, но затем Шакая забрал себе право придумывать, каким образом будет атака продолжаться.
И пока она продолжается вводом мяча из-за боковой. Джумурадов. Штрафную передачу. Ух, опасно проходит этот пас. И там Камоликов уже сидя на коленях практически удар отражает. Здесь Трофимкин выходит из обороны. Передача на Симакова. Симаков мяч принял. И здесь очень здорово ему Клягин помог. Теперь Татаев играет назад. Тутуев выбивает на правый фланг. В общем, сколько-то секунд отыграли желто-черные, но мяч все равно у Изумруда. Джимурадов сейчас за счет дриблинга хотел обыграть соперника. Потерял мяч, еще и правила нарушил. И, кроме того, заработал желтую карточку. Причем желтая карточка вполне возможно, что и за вот такое бурное выражение эмоций. А не за сам фол, не за срыв атаки. Ну а, естественно, Дмитрий Татаев с удовольствием на газон повалился. У Изумруда первая желтая карточка. У Gold Shark, напомню, их было три. И в одном эпизоде желтая карточка превратилась в красную. Ну а здесь свисток судьи раздался раньше, чем был произведен удар по воротам. Фалил игрок Изумруда в атаке. И там Андрей Тутуев очень здорово отработал. Он спину поставил нападающему и не позволил тому опередить себя. Ну а дальше вот после фола уже, да, ставился удар. Мяч попал даже в сетку. Но счет остается без изменений. 2-2. Сейчас последняя 10-минутка пойдет, и Голдшарк ее в полном составе проведет. Здесь Роман Трофимкин очень сейчас удачно сыграл. Ну, не в том смысле, что пробил-то куда-то по воротам или не по воротам, нет. Но в том смысле, что мяч шел за боковую, а не за лицевую линию. И теперь Изумруд тратит время на то, чтобы последнюю атаку организовать. А сейчас уже и Дмитрий Бутов на поле появится. Голшарк будет играть в равных составах. В равных составах и, возможно, с равными шансами на победу в этой игре. Изумруд отыграл два мяча. После первого тайма команда проигрывала 0-2. Но сейчас ничейный счет. И оба соперника претендуют на победу. Симаков сейчас здорово на перехвате. Назад играет. Хорош Клягин в центр смещается. Трофимкин, Клягин. Ну, здесь уже Шакая поспел и хорошо сыграл в отборе. А сейчас все завелись и все двигаются. Буквально включаем, нажимая дополнительную кнопку ускорения, да, как в Формуле 1 современно. Обгонную кнопку. И вот кто лучше распорядится своими возможностями, тот и выиграет в сегодняшней игре. Пока Изумруд в атаке, Бутова легко обыгрывает, но потому что он не защитник, он должен играть впереди, а оказался на этой позиции просто по ситуации. Здесь фола нет. Здесь центр передача и удар Гаджимурадова. Немножко неподготовленный и потому неточный. 52-я минута идет. 2-2. В прошлом сезоне, я напомню, Голдшарк также принимал участие в Кубке ЛФЛ. И путевка туда ему досталась по наследству от водного стадиона. Собственно, команда всего два года существует. И вот уже второй раз выступает в еврокубковом турнире. Так, после этого момента сейчас Симаков по центру идет, обходит Куценко, бьет 3-2. Иван Симаков хет-трик оформляет. Блестяще сейчас все сделал. Самостоятельно и перехватил мяч. И разогнал контратаку и уложил мяч в угол. Голдшарк вновь возвращает себе лидерство в этой игре за 8 минут до конца. И это очень важный гол. Теперь нужно постараться удержать это преимущество и получить инициативу турнирную. Куценко, кстати, прихватывал за футболку Симакова, но остановить его не смог.
Изумруд, мне кажется, слишком так откровенно бросился вперед. Понятно, что атакующая игра получается в целом у команды, но здесь нельзя терять голову. Тутуев фолит углового флажка, но это штрафной, а не угловой, поэтому... Мяч чуть-чуть будет ближе к центральной линии. Но неважно. Изумруд предпочитает разыгрывать. Гаджимурадов. Нет, нет. Не обыграл он Клягина. Очень неплохо этот футболист сегодня выглядит. Здесь Савину досталось в единоборстве. Причем мне показалось, что фола-то не было. Просто споткнулся футболист и, может быть, чуть-чуть подвернул голеностоп. 54-я минута заканчивается. Ну что, будет замена или продолжит игру центральный защитник Изумруда? Ну, вроде поднимается. Что касается... истории выступления Голдшарк в Кубке ЛФЛ, то в прошлом сезоне всего одно очко удалось в группе набрать. В ничью Голдшарк сыграл дома с Росультрас 1-1. Еще пару раз была возможность у Акул набрать очки с тем же Росультрасом на выезде. И в том числе с Пищевиком здесь на Флотской. К сожалению, там был очень результативный матч. Голдшарк вел в счете в первом тайме, но в итоге все равно проиграл. Но в этом году команда совсем по-другому уже выглядит. Может быть, даже немножко недооцененный с точки зрения шансов является в глазах болельщиков и специалистов. А вот по факту, если все закончится победой желто-черных, не только на второе место, но и на первое прекрасные шансы будут оставаться. И, вы знаете, мне кажется, что в прошлом году после неудачного начала вот этой кампании еврокубковой, где-то Голдшарк, может быть, немножечко расстроился и... чуть-чуть мотивацию потерял, но здесь, наоборот, мотивации может стать только больше. Сейчас желто-черные очень здорово играют в перехват и близки к тому, чтобы забить. И Фандеев, и Симаков, и Трофимкин очень здорово сейчас накрывают на чужой половине поля соперников. Вот такие удары идут здесь. Здорово сыграл Фандеев. Татаев передачу отдал штрафную. И здесь у Голдшарк получается разбивать прессинг Изумруда, причем очень легко. 4 минуты остается. Голдшарк ведет 3-2. Куценко, Болдырев против него. И да, вот только так через вратаря приходится играть. Батов убивает, а здесь Тутуев, ему нужно повнимательнее действовать. Но в итоге, смотрите, Симаков, и он один. Передача вперед, Бутов, Фандеев, ну, с левой заряди, бьет в дальний угол. И не попадает Андрей Фандеев. И что, извиняется перед партнерами, так чуть прихрамывая. Или замену просит. Вроде пока не уходит с полем. Шакая. От своих ворот буквально начинает проход в центральный круг. Дальше отдает налево. Джумурадов, Савин. Паймухин не проходит передача, она не проходит такой, какой была задумана, но проходит, в принципе, дальше вынос на Бутова. И Трофимкин справа есть, нужно отдать передачу. Роман Трофимкин на ударной позиции опять не забивает. Голдшарк может поплатиться за то, что не реализует моменты сейчас. Джумурадов направо переводит. Паймухин. Под левую убирает, бьет и срезает в свои ворота Андрей Тутуев мяч, прерывая этот удар.
Но я уверен, что это должно быть записано как автогол, потому что все-таки мяч значительно изменил направление, но все-таки мне кажется, Голдшарк обязан был забивать четвертый мяч, моменты для этого были. Сами себе привезли проблемы. А теперь 2 минуты и игра на 3 результата, по большому счету. Изумруд может вырвать победу. И, конечно, в лучшем психологическом состоянии сейчас гости находятся. Ну и по большому счету, ведь устроит их ничья. Гостевая ничья позволит набрать 7 очков. Голдшарк будет 4. А у Иствуда, ну, скорее всего, будет 6 очков. Поэтому здесь Голдшарк вынужден на победу играть. И моменты есть. Фандеев в центр убирает. Нет. Плохой удар угловой. В итоге выжимает. Но здесь 4 в 3. Можно было попробовать и разыграть комбинацию. Фандеев будет подавать. И сейчас пойдет последняя минута матча. Подача. Шакай играет. Шакай везде сегодня. И впереди, и в центре, и в обороне. Конечно, роль его колоссальна. Но вот сейчас Латышев разгоняет контратаку. На Гаджимурадова передача. Здесь можно даже попробовать сфалить. Но Болдырев очень здорово играет. Успевает поставить корпус. И никакого нарушения правил не было. Атака прервана. И даже будет время у Голдшарк примерно полминуты для того, чтобы свое наступление провести. Сейчас, конечно, можно просто наваливаться. И Изумруд, вы знаете, сейчас не слишком плотно играет сзади, потому что, наверное, сам рассчитывает какую-то контратаку поймать. Куценко перехватывает в центре поля, тащит мяч вперед, направо играет, пас неточный. Татаев тут придумал пятку какую-то на последней минуте, совершенно невообразимую. Шакая дает передачу, мяч попадает в Болдырева, и тот разгоняет контратаку через Симакова. Иван Симаков, ну, уже из последних сил буквально тащит мяч вперед. Уходит от Шакая, здесь нарушение нет, но мяч остается в игре, можно продолжать, нет. Вот теперь фол на Александре Савине. Ну что ж, основное время истекло, какие-то там секунды компенсирует Павел Кулалаев. Добавляем минуту. Вот сейчас слышу я, как он сообщил эту информацию резервному арбитру Игорю Елисееву. Ну и из этой минуты секунд 30-то уже сыграли. Изумруд идет вперед. Перехват получается. 3 в 3. Контратака. Бутов тащит мяч. Но его нужно налево сыграть. Там совершенно один Симаков. Вот момент. И у Ивана Симакова он обыгрывает соперника. Бьет! Захар Батов выручает свою команду. Сейчас Симаков мог принести победу Голдшарк. Но игра еще не закончена. Угловой Андрей Фандеев отправляется подавать. Изумруд уже не рассчитывает на контратаку. Это последний угловой. Поэтому все футболисты идут в штрафную. Фандеев будет подавать. И это передача на Бутова. Тот ищет вариант для удара, но не получается у него. И что, даже успеет Кондрака провести. Поймухин догоняет мяч на бровке. Болдырев в подкате мешает выполнить передачу. Идет игра, не останавливает ее главный арбитр. И вот только теперь звучит финальный свисток. 3-3. Ну, сумасшедший матч мы посмотрели, друзья. Просто великолепный футбол. Я надеюсь, что другие северные команды на выезде свои матчи проведут успешнее. Сегодня Лига чемпионов и Кубок ЛФЛ по всей Москве. Ну что ж, 3-3 в матче Голдшарк. Команда показала готовность бороться за выход из группы, за выход в плей-офф. Посмотрим, как она будет выглядеть в следующих матчах. Я с вами прощаюсь, друзья. Для вас работал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной Лиги.